Добрый день, дорогие югославские зрители. Так случилось, что я должен сам себя представить вам и по возможности даже сам рассказать вам о себе. Ну, я сразу постараюсь это сделать. Моя фамилия Высоцкий, зовут меня Владимир. Работаю я в Москве, в Московском театре на Таганке. Московский театр на Таганке – это очень популярный коллектив в Москве. Его очень любят зрители московские, и не только московские, и в Союзе. И я работаю в этом театре со дня основания. Театр молодой, и несмотря на то, что мы существуем 10 лет, у нас уже есть свой зритель, много своего зрителя. Спектакли нашего театра довольно необычные. Мне кажется, что все они очень интересны. Я даже немного позже расскажу об этом. И почему такая популярность у нашего театра? Это трудно ответить на этот вопрос, но мне кажется, что по двум причинам. Первое – это высокая гражданственная направленность каждого спектакля. А второе, что каждый спектакль сделан в очень яркой форме. И каждый спектакль имеет свой образ, как у художника, так у режиссера и у актеров. Мы играем без гримов. Есть спектакли, в которых мы играем по нескольку ролей сразу. Ставим мы совершенно различный репертуар. Я в этом театре играю совсем разные роли. Например, я играю Галилея в пьесе Брехта «Жизнь Галилея». Играю безработного летчика в спектакле «Добрый человек» из Сезуана Брехта. Много других ролей.